Когда ты молод, друзья становятся твоей семьей. И некоторые семьи ведут себя лучше других. Вы что, обиделись? Я поначалу подумал, что вы стриптизерша случайно, потому что вы красавица, а в форме просто бомбы. Прости, брат, пальца пивом облил. Говно вопрос, кидай еще. Все голышом в бассейн! Но когда приходит время взрослеть... Папа, ты что тут делаешь? Выставляю дом на продажу. А как же я? Я все время здесь тусуюсь, и друзья мои тоже. Уйдешь ли ты, поджав хвост? Агенты по недвижимости? Нам не терпится продать ваш дом. Нет, спасибо. Лохушка. Ну, разве что за рулем. Как жаль, что нельзя будет сюда приезжать. Наверняка ты чувствуешь смесь ярости и опустошенности. Полегчало? Ну так, слегка. Или красиво. Напоследок надо замутить что-то нереально крутое. А друзья твои крепко бухают? Вообще-то да, это правило тусовки. Я придумал концепцию финального праздника. Ноябрьские праздники. Никаких ограничений фантазии. Отлично, что ты задумал? Мы устроим оргию. Фу! Это наш шанс отыграться, взять то, что отнимают у нас. Фраза из балбесов. Да, я цитирую балбесов. Будьте ноябрьские праздники. Я не представляю, как можно заниматься сексом в комнате с другими людьми. Я даже в раздевалке раздеться не могу. Вы узнаете, хватит ли у компании друзей? Это что, правда? Вы все устраиваете оргию, а нас даже не пригласили? А чего вы на меня таращитесь? Смелости. Я за. И выбрито под ноль. Устроить старую добрую оргию. Текила! Совсем не отвлекаешь. Черт, обманул. Отвлекаешь конкретно. А вот и маечки для ноябрьской оргии. А где нам их носить? Да где угодно. А старая добрая оргия. А какие у вас планы на ноябрьский? Да так, ничего особенного. Легкий между собойчик. Осенью в кинотеатрах.